بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاي براتي помилостив Аллаху Субхану ва Тааля. Мы вот сегодня здесь третий день. Сегодня проводили большой ифтар от имени муфтия России, шейха Равиля Хазрата Гайнуддина. Альхамдулиллах. И эти, если честно, три дня пролетели вот как одно мгновение. Во-первых, я благодарю Аллаха Субхану ва Тааля, то, что дал нам возможность приехать к вам. Альхамдулиллах. То есть это и сказать вам то, что валлахи, сумма валлахи, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля любит вас. Аллах Субхану ва Тааля любит этот джамаат. Аллах Субхану ва Тааля любит Ахлю Бишкек, Ахлю Кыргызия. Почему? Потому что, альхамдулиллах, у вас есть такая возможность вот так вот собираться и вот так вот долго выстаивать ночные намазы, альхамдулиллах. То, что как будто в Аллахе, как будто приехали мы в Мекку, как будто в Медине где-то оказались, субханаллах. Когда видим такой джамаат, когда видим такой киям, как у вас шейхи, то, что Аллах Субхану любит вам, вас, то, что даровал таких курра, таких шейхов, альхамдулиллах, это все милость Аллаха Субхану ва Тааля. Как у одного халифа была джария, и ночью встала читать намаз. И в дуа начала она просить: «Аллахумма би хуббика илайя асалюк». «О Аллах Субхану ва Тааля, из-за твоей любви по отношению ко мне я тебя прошу». И начинает делать дуа. И в этот момент поправил ее хозяин, говорит: «Ты неправильно просишь дуа». Почему? Потому что, говорит, если Аллах Субхану ва Тааля тебя любит или нет, ты же не знаешь, ты должна просить: «Аллахумма би хубби илейка», от моей любви по отношению к тебе я прошу. На что она ответила: «Если бы Аллах Субхану ва Тааля не любил бы меня, он бы сейчас бы не разбудил меня на ночной намаз, а тебя оставил спать дальше продолжать». Поэтому это любовь Аллаха Субхану ва Тааля. Уважаемые братья, как мы, альхамдулиллах, слышим, сегодня вы, альхамдулиллах, делаете хатмул Куран. И, альхамдулиллах, это великая милость Аллаха Субхану ва Тааля. Вы знаете то, что месяц Рамадан, в первую очередь, это месяц Кур'ана. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Шахру Рамадан, аллази унзила фихи ль-Кур'ан». Месяц Рамадан – это тот месяц, который Аллах Субхану ва Тааля ниспослал Кур'ан. Поэтому все, что с Кур'аном, уважаемые братья, вот сейчас вот часто бывает такое, когда приближается концовка месяца Рамадана, люди весь месяц Рамадан читали Кур'ан. Как заканчивается месяц Рамадан, закрывает Кур'ан. И потом некоторые есть из людей, которые открывают Кур'ан только до следующего Рамадана. Поэтому Кур'ан, он должен всегда быть в наших сердцах. Кур'ан, он всегда должен быть в нашем понимании. Всегда мы должны, альхамдулиллах, его читать и следовать ему. Люди, многие люди думают, для чего Аллах не спасал Кур'ан, чтобы его красиво читать. Как бывает на каких-то мажлисах, какие-то мероприятия собираются чтцы Кур'ана и так далее, и читают нараспев Кур'ан, тем самым бывает не понимают смысл то, о чем они читают. И люди думают, что Кур'ан это для того, чтобы прийти на какое-то мероприятие, прочитать его красиво, сделать дуа. Но основная суть Кур'ана, для чего Аллах Субхану ва Тааля не спасал нам, для того, чтобы мы размышляли над ним. Аллах Субхану ва Тааля сказал: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Неужто люди не размышляют над Кораном или на их сердцах замки, говорит Субхану ва Тааля. Также Аллах Субхану ва Тааля сказал: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Неужто люди не размышляют над Кораном? Если бы Коран был бы от кого-то иного, не от Аллаха, то бы люди нашли бы там много противоречий. Все, что с Кораном, братья мои, баракатное. Поэтому, альхамдулиллах, ваше место баракатное, потому что здесь читается Коран. То, что с Кораном, Аллах Субхану ва Тааля сказал, то, что с Кораном все баракатное. Аллах Субхану ва Тааля для того, чтобы не спасать Коран, избрал самого лучшего из своих ангелов. Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране: وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ.
поистине Коран это не спасение от Господа миров, от Аллаха Субхану ва Тааля. Назала бихи ар-руху ал-амин, для того чтобы не спасать Коран, Аллах избрал самого лучшего своего ангелов. У Аллаха Субхану ва Тааля ученые говорят, количество ангелов намного больше, чем количество людей. Бид-далил, كما قال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط والله ما من موضع أربع أصابع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. الله سبحانه وتعالى برك محمد صلى الله عليه وسلم قال في небесах первое небо еще до конца учеными не изучено. Есть семь небес, между ними есть пространство, и все это, все эти небеса заполнены ангелами. والله говорит, нету в небесах места на расстоянии четырех пальцев, чтобы там не был ангел и не делал земной поклон Аллаху Субханаху ва Тааля. Аллах Субханаху фи байт аль-маъмур, фи каъба, фи байт аль-маъмур, каждый день читает 70 тысяч ангелов, следующий день новый 70 тысяч ангелов приходит, 7, и так постоянно меняется. Мы знаем с вами имена ангелов: Малик аль-Маут, Исрафиль, Джибраил алейхиссалям, Кираман Катибин, самые всех лучшие Сядату аль-Малаика Джибраил алейхиссалям. Аллах избрал его для этой миссии, чтобы он не спасал Коран. После этого Аллах Субханаху ва Тааля сказал, что не спасал Коран самому лучшему из людей. Кому? Пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. На самом деле Аллах не спасал Коран на орган человеческий, на орган саллаллаху алейхи ва саллям, и на самый лучший орган, который есть у человека, аля кальбик, на твое сердце, сказал саллаллаху алейхи ва саллям, на самом прекрасном языке, на языке, арабском языке. Аллах Субханаху ва Тааля любит месяц Рамадан. Вы знаете то, что сахабы, радуан Аллаху алейхим, перед тем, как наступал месяц Рамадан, полгода просили у Аллаха Субхану ва Тааля: «Аллахумма баллигна Рамадан». «О Аллах Субхану ва Тааля, дай нам возможность дожить до месяца Рамадана». После того, как они пропастились, полгода еще просили у Аллаха Субхану ва Тааля: «Таватасаллямху минна мутакаббаля». «Сделай так, Аллах Субхану ва Тааля, чтобы ты принял от нас этот месяц». Получается, полгода до него просили дуа, полгода после окончания просили дуа. Весь год, на протяжении всего года они жили с дуа, вспоминая месяц Рамадан. При всем этом Аллах Субханаху ва Тааля еще больше любит последние 10 ночей, в которых мы сейчас находимся. И при всем этом Аллах Субханаху ва Тааля любит лейлат аль-мубарака, аллати хия хайру мин альфи шахр, баракатная ночь, которая лучше, чем тысяча месяцев. Именно в эту ночь Аллах не спасал Коран. Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Инна анзалнаху фи лейлатин мубарака». Мы не спасали в баракатную ночь. «Фи лейлати аль-кадр». Началось неспосылание с небесных скрижалей сама дунья, и потом же ая за ая Аллах Субханаху ва Тааля на протяжении 23 лет неспосылал на сердце пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах Субханаху ва Тааля сохранил этот Коран. Аллах Субхану ва Тааля сохранил этот Коран, когда был у одного из аббасидских правителей был один красивый писарь, который хорошо писал, хатт аль-джамиль у него был. И он ему написал, он его призывал к Аллаху Субхану ва Тааля, он не принял ислам. Потом через год с ним встретился, он принял ислам. И тогда он спросил: «Субханаллах, почему я тебя столько призывал, ты не принял ислам, а сейчас ты принял ислам?» Он говорит: «Катабту ли таура». Ты знаешь, о правитель, то, что у меня красивый почерк, я написал Таура. Я что-то добавил, что-то убавил. И тогда я показал это ученым яхудам. Они приняли это. Потом написал Инджиль. И также добавил в нем, как в Таурате, и убавил. И показал для монахов, христиан. Они приняли это у меня, купили. Потом я написал Коран, فَفَعَلْتُ فِيهِ مَا فَعَلْتُ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ, тоже добавил и убавил, فَعَرَضْتُ عَلَى الْعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ, и показал это ученым мусульманам, فَطَرَدُوهُ فَقَالُوا لَيْسَ هَذَا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Это не то, что Аллах не послал пророку Мухаммеду саллаллаху алейхи ва саллям, это было причиной то, что я принял ислам. Аллах субхана ва тааля сохранил Коран и сказал: في لوح محفوظ. Он был в небесах еще сохранен. Когда Аллах не спасал حين نزوله, Аллах سبحانه وتعالى сберег его, сохранил سبحانه وتعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. سبحانه وتعالى сказал, то что я его сохранял, то кто хотел послушать, тут же за ним летел огненный метеорит. И потом, когда уже Аллах سبحانه وتعالى не спасал Коран на эту землю, на сердце пророка Мухаммада صلى الله عليه وسلم сказал: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. Поистине мы не спасали это напоминание, и мы будем его оберегать до судного дня. Поэтому
Коран, уважаемые братья, это наш манхадж, манхадж аль-хая. Мы должны с вами жить. Рамадан закончится. И каждый раз, Аллаху а'лям, мы доживем с вами до следующего Рамадана или нет. Я бы, папа, рахмуллах, у меня тоже мечеть построил в Ульяновске, был имамом. И перед его смертью я прочитал его, субхан, когда уже он умер, я нашел у него, субхан, он умер за несколько месяцев до Рамадана, то, что он писал. Я писал так, вот предыдущий Рамадан я хочу провести так. В этот столько мы раздадим садака, столько мы раздадим зяката, мы сделаем такой хатим, здесь сделаем такой ифтар. Но он не дожил до месяца, уважаемые братья, он хотел дожить. Дай Аллах, субхан, чтобы записал ему эту награду. Поэтому мы тоже с вами... Аллаху а'лям, до следующего месяца, до следующего года доживем или нет. Многие братья, которые хотели дожить до этого Рамадана, они не ушли за несколько дней до того, как наступил месяц Рамадан. Поэтому, альхамдулилля, это великая милость. И то, что есть, альхамдулилля, самое великое в этот месяц, это Аль-Кур'ан. Кур'ан, он должен быть с нами пожизненно, уважаемые братья. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Хайрукум ан тааллама аль-Кур'ан ва 'аллямах». Наилучший из вас тот, кто обучал Кур'ан, изучал Кур'ан и обучал его другим. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, обратите внимание, не сказал, «Хайрукум ан хафиза аль-Кур'ан ва хаффаза». Наилучший из вас тот, кто вызубрил Кур'ан и заставлял зубрить других. Нет. «Тааллам ва 'аллям» – обучался, изучал Кур'ан. Туда входит и хифз, и туда входит и таджвид, сифат аль-хуруф. Тут махарадж аль-хуруф, вакфу аль-ибтида, тафсир, лугат аль-арабия. То есть все, что нам помогает понять Коран, жизнь с Кораном, попадает под этот хадис. Имам Шатиби, рахмуллах, тот, кто собрал семь караатов, свои манзумы известные, он говорит, то есть тот, кто живет с Кораном, فَمَا ظَنُّكُمْ بِالنَّجْلِ عِنْدَ جَزَائِهِ أُولَٰئِكَ أَهْلُ اللَّهِ وَصَفْوَةُ الْمَلَى. Что вам сказать касательно того, кто живет с Кораном, изучает Коран? Эти приближенные люди к Аллаху Субхану ва Тааля, и они элита судного дня. То есть, субханаллах, представляете, судный день, вот как сейчас мы толпимся, хотим пройти, судный день так тоже будет. Но это те люди, Ахлюль Кур'ан, они отдельно будут идти, элита судного дня. Также обращается к родителям часа Кур'ана. Ханиан мариан, валидака алейхима, малабису л'анвари минаттаджи вальхуля. Хотел бы поздравить родителей часов Кур'ана, одежды жемчуга, из шелка, из таких красивых драгоценностей будут в судный день у того человека, кто жил с Кур'аном, кто изучал Кур'ан, кто жил с Кур'аном. Также после этого он сказал то, что когда мы будем лежать в кубур, в могилах, «Юнашидуху ли ирдахи ли хабибихи, ва мин ажлихи фи дзирвати л'иззи юджталя». Кур'ан будет сильно-сильно взывать. В арабском языке есть слово «яд'у». Взывает. Есть юнашид. Юнашид – это усиленная форма дуа. Сильно будет тот момент, когда мы с вами будем лежать в могилах. Этот Коран сильно будет просить Аллаха Субхану ва Тааля по отношению к своему любимчику. А кто любимчик Корана? Тот, кто жил с Кораном. Кто любил Коран? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Мен ахабба калам Аллах, ахаббаху Аллах». Тот, кто полюбил речь Аллаха, его Аллах Субхану ва Тааля полюбил. Кто полюбил Коран, Аллах Субхану ва Тааля его полюбил. Поэтому он сильно будет заступничество делать за того человека, кто будет лежать в могиле. Также после этого имам Шатиби, рахмуллах, сказал, какая должна быть одежда часа Корана. То есть мы всегда подбираем самую лучшую одежду, чистую одежду, чтобы от нас благовония были, правильно? А какая же одежда смысловая того человека, кто живет с Кораном? Четыре вещи он сказал. «Улюльбирри, валь-ихсани, вассабри, ваттюка, хуляхум бихаджаэль Корану муфассаля». Улюльбир – эти люди, кто живут с Кораном, от них исходит только все добро. «Валь-ихсан», то есть «ихсан», доброта вся, которая есть, исходит из часа Корана. «Вассабр». Сабр, то есть должно быть, чтобы Кур'ан, альхамдулиллах, изучать, чтобы его учить, чтобы по нему жить, нужно проявлять сабр. Сабр на то, что Аллах субхана ва тааля запретил, оставлять. Сабр то, что Аллах приказал выполнять. То, что Аллах предупредил, проявлять сабр. Ваттюка и таква, богобоязненность. Хуляхум бихаджаэль Кур'ану муфассаля. Вот это есть шитая одежда на человека, который живет с Кур'аном, сказал имам Шатиби, рахмуллах. Поэтому многие люди, братья мои, после того, как заканчивается Рамадан, забывает Коран, оставляет Коран, не повторяет Коран, отдаляется от Корана. Поэтому относительно Корану люди делятся на четыре категории. Первая категория, скажите «Амин». Да Аллах, чтобы мы все были, я Рабби, из этой категории. Аллах Субхану ва Тааля говорит «Аллазина ятлюна аятиллахи анааллейли ва хум ясджудун». Это те, кто читает аяты Аллаха Субхану ва Тааля по ночам и делает земные поклоны.
посредством Корана поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля. Вторая категория – это те, у кого ежедневный вирд есть в Коране. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Факрау ма таяссара минх». Читайте то, что вам легко, не способно из Корана. Кто-то каждый день джуз повторяет, два джуза, пять джузов, кто-то там одну суру повторяет. Какой-то мухтава, он каждый день, у него есть вирд, который он не оставляет. Поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Та'ахаду хадал Коран». Заключите договор с этим Кораном. Почему? Потому что инна файнаху ашадду тафаллутан мин аль-ибли фи укулиха. Поистине, Коран, если ты его не привяжешь, он быстрее убежит от тебя, чем непривязанный верблюд. Вы знаете, братья мои, если верблюда оставить и не привязать, не просто ты зайдешь в палатку на 5 минут, выйдешь, не просто ты его не найдешь, ты его в жизни больше не увидишь. Он уйдет и больше не вернется. Коран еще быстрее покидает человека, если он его оставляет, если он его повторяет. Третья категория по отношению к Корану — это та категория, которая читать не умеет, но любит слушать. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Иза курия аль-Куран фастами'у лаху ва анситу ля'аллакум турхамун». Если читается Коран, слушайте его бдительно. Проявляйте, слушайте, амсуту, ля'аллакум турхамун. Может быть, Аллах проявит к вам свою милость. Когда мы учились в Саудии, был один шейх Абдул Мухсин, хафизаллах, рассказывал нам, когда вот шейх Абдул Мухсин, который приезжал к нам в Россию, он отвечает за все кружки по изучению Корана в Медине, в мечети пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Самый на сегодняшний день большой центр изучения Корана в мечети пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Более 2000 кружков там сидят. И говорит, приходил один старик-бедуин, который читать не умел. Но он всегда ходил на уроки «Халакат тахфид аль-Куран», как будто он идет на этот урок, чтобы послушать Коран. И садился вместе с молодыми. И вы знаете, есть аяты, где «Сяжда тилава», где нужно сделать земной поклон. И дошел до этого аята чтец, сделал «Сяжда». Этот старик вместе с ним сделал «Сяжда». Тот, кто читал, встал земного поклона, сказал: «Ман садака на Аллах, садакаху Аллах». Тот, кто был искренен с Аллахом, Аллах проявит к нему свою искренность. «Ля'аллакум турхамун». Может быть, Аллах проявит вам свою милость. И последняя категория по отношению к Корану. Скажите «Амин». Дай Аллах, чтобы нас защитил, наших детей, наших близких, наше потомство от этой категории. Аллах Субхану ва Тааля в сурат Аль-Фуркан сказал: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Посланник Аллаха обратился к Аллаху и сказал: «О мой Господь, поистине мой народ сделал хиджру от Корана. Мой народ оставил Коран. Поэтому, субханаллах, дай Аллах субхану ва тааля, чтобы Аллах субхану ва тааля никогда не сделал нас из этих людей, наших потомцев, кто оставил Коран. Валлахи, без Корана мы не сможем. Не представляю, как можно жить без Корана, без чтения Корана, без размышления над Кораном. Поэтому также он будет шафиан ля на йом аль-кияма. В судный день он скажет: «Я, Рабби, инни манаати абдик мин науми филлей, фашафиани ли». «О мой Господь, я запрещал твоему рабу ночью спать, он читал меня. Сделай так, чтобы я был заступником за него», скажет Коран. Поэтому, когда закончится Рамадан, вот это дух Рамадана. Мы должны, уважаемые братья, сам себе говорю, чтобы через всю свою жизнь провести. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Ва'абуд раббака хатта ятийка аль-якин». Поклоняйся Аллаху Субхану ва Тааля до того, пока тебе не придет смерть. До того, не до того, как пока не закончится Рамадан, а до того, пока тебе не придет смерть, сказал Субхану ва Тааля. Поэтому, если посмотреть, мы иногда видим, какие были великие ученые. И смотришь, Субханаллах, их дни так же пролетали, как и наши. Они тоже так же 24 часа им Аллах дал, не больше. Но почему они такие, дошли до таких, субханаллах, знаний? Потому что у них постоянно они были заняты тем, что размышляли и изучали свою религию. Например, взять Абдур-Рахман ибн Аби Хатим, великий ученый. Он говорил то, что «Руббама аби икана якуль вана акра алей». Может быть, папа мой кушал, я ему читал, сдавал урок. «Вакана ямши вана акра алей». Он шел по дороге, я читал ему. «Ва ядхуль хала вана акра алейхи фит тарик». Когда направлялся в уборную, я читал ему, пока он шел до уборной. «Фаида дахаля каратуху мин хариш». Если он зашел в уборную, я с улицы ему читал, он меня слушал. И какой нетиджа? Абу Хатим, сегодня день книга «Аль-Джарху ат-Та'диль», 9 муджалладатов, вся умма ислама возвращается к его трудам. Написал десятки муджалладат фит тафсир. То есть многие труды написал. Почему? Потому что так он относился к своему времени. Поэтому Умар раддиллаху анху говорил: «Инни ля акрах ан ара раджулан сабахляля». Я не люблю видеть человека, когда он сабахляля. Сабахляля,
Он не занимается ничем, то, что принесет пользу ему в этой дуне или в ахирате. Также Ибн Мас'уд, радиаллаху анху, сказал, «Инни ла амкуту», то есть «я, ай, ян, яскут фи айнея», падает в моих глазах тот человек, который не занят делом. Поэтому мы должны, альхамдулилля, вот это вот, то, что мы сделали в Рамадане, садакат, саям, также закончится Рамадан, но у нас есть понедельник, четверг, есть три дня в середине месяца, альхамдулилля, дальше продолжать. «Ва'абуд раббака хатта ятияка аль-якин». Коран не только в Рамадане, и в другие дни мы должны делать хатм, также читать садакат, и в другие дни. Поэтому, когда спросили у Ибн Умара от тех людей, которые поклоняются в Рамадане, но оставляют поклонение после Рамадана, на что он ответил, «Хаулай уббаду Рамадан, валяйся уббад ли Рабби Рамадан». Эти те люди, которые поклоняются Рамадану, но они не поклоняются Создателю Рамадана. Поэтому не забывайте, в конце я хотел сказать, напомнить, для чего Аллах нам предписал пост, لعلكم تتقون может быть вы станете богобоязненными. سئل ابن عمر وما التقوى когда спросили ابن عمر رضي الله عنه что такое تقوى на что он ответил عندما لا تظنن انك خير من الاخرين это когда ты не думаешь что ты лучше других. Пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям один раз описали человека который был богобоязненный намаз читал со страстью с такой богобоязненностью, как он красиво читал намаз, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Ла аарифуху, я его не знаю". Ва ис саллаллаху алейхи ва саллям маа асхабихи фил масджид ид дахала раджуль, и когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сидел в мечети с сахабами, этот мужчина зашел и сказали: "Ха хуа я расулуллах". Вот он, я расулуллах. Тогда саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Инна ра фи ваджхи сафкатан мин аш-шайтан", я вижу в его лице сафкатан мин аш-шайтан, какой-то отпечаток шайтана. И потом, когда он к нему подошел и спросил: «Биллахи алейк, аля тазунанна, аннака тадхул маджид, аннака хайра мимман фи?» С именем Аллаха прошу тебя, когда ты заходишь в мечеть, не рождается у тебя внутри такая мысль, то, что ты лучше остальных? Каля наам, он сказал, да, вот это есть халяк, это есть уничтожение. Ибрахим, халилуллах, в судный день к нему подойдут люди и скажут: «Аляста халилуллах, не ты ли халилуллах, приближенный друг к Аллаху?» Из своего тавадуа, из своей скромности, он скажет: «Иннама кунту халил Аллахи мин вара и вара». Я давным-давно был в дунья еще другом Аллаха. Он и есть друг Аллаха, но в своей скромности. Поэтому, братья мои, да Аллах Субхану ва Тааля, чтобы нам дал таква, чтобы мы стали лучше после Рамадана, чем были до этого. Поэтому я вам, в Аллахе, белой завистью вам завидую. Мухаммад, брат, шейх Руслан, я думаю, тоже подтвердят мои слова, то, что, альхамдулиллах, у вас такие вот есть, значит, ночи так проводятся, альхамдулиллах. У нас в Москве ночью мечети как бы сегодня только открыта, а так закрывается. Ну, тарабих не такой длинный, как у вас. Поэтому, субханаллах, мы вам белой завистью завидуем. За нас тоже дуа делайте, иншаллах. Если приедете в гости, к нам приезжайте в Москву, иншаллах, в гости. Я мечети на Поклонной горе. Там, альхамдулиллах, имамом работаю. Альхамдулиллах. Поэтому, дай Аллах, субханаллах, барака. Просим за вас дуа, за нас дуа. Просим, чтобы, как Аллах нас вместе собрал здесь, в этом доме, чтобы вместе также в судный день собрал в Фердаусе. Сейчас мы улетаем в Москву, приехали от любви к вам, дать вам салям, попрощаться с вами, иншаллах. Если в этой дунье мы не встретимся, прошу Аллах, чтобы в ахирате вместе были. И как Аллах Субхану ва Тааля собирает, вы даже просто подумайте, где мы встречаемся в этой дунье, в намазе, в домах Аллаха Субхану. Мы не встречаемся на харамных местах, мы встречаемся на тех местах, которые любит Аллах. И чтобы также Аллах нас собрал вместе. Фердауси. Джазакум Аллах хайр, шейх Шихабуддин, шейх Адиль. Аллах хафадкум ва ра'акум, иншаллах, шейух аль-кирам. Насал Аллах Субхану ва Тааля, ан йатакаббаля минкум ас-сиям, вал-кьям, ва сайри аль-а'маль. Джазакум Аллах хайр. Аллах барик фикум.